Смотри, она не страшная, она вкусная. Так будешь? Или будем резать тебе ее кусочками? Свою первую ночь в новом доме Сима провела на диване. В Велесе, говорят, спала хорошо. Ей вообще больше нравится контролировать происходящее сверху. Хотя в комнате, которую львицы выделили в центре, она уже обследовала каждый уголок. К незнакомцам пока относится настороженно. Симоне 7 месяцев, но выглядит она максимум на 3. Сильно отстает в росте и весе, страдает рахитом. Еще у нее проблемы с левой передней лапой, которую она подворачивает. Ветеринарный врач не исключает и последствия болезни, и травмы, поэтому как только Сима освоится, ее отправят на рентген. Не бойся, никто тебя не обидит. Скорее всего, просто неправильный рацион, недостаточное количество витаминов, минеральных веществ. Ну, не каждый человек знает, как растить льва. Для Симы главное сейчас правильно и с аппетитом питаться, что у нее хорошо получается. Ведет она себя спокойно и достойно, как полагается царица зверей. Контактная, ласковая. Говорят, только вот играть не умеет. Но это в центре обещают быстро исправить. Тем временем наиболее приближенные к новенькой обитатели центра в некотором недоумении. В них борется подозрительность и любопытство. Пахнет львом. Пахнет новым львом. Дорогая, тебе будет с ней интересно. Тебе понравится, родная. Королева Велеса, годовалая львица Эльза, вообще в замешательстве. Она была свидетельницей появления в центре накануне ее сородича. Правда, неизвестно, понимает ли она, что Сима из ее прайда. И пока просто нервничает, что ей будет доставаться меньше внимания. Поэтому со вчерашнего дня Эльза прекратила шалить и затаскивать лапами в вольер своих попечителей. Только обнимается. Носик и хвостик вот тоже не спят. Понятно, что кормят их хорошо, но появление нового обитателя окончательно отбило желание впадать в зимнюю спячку. Кажется, здесь все в ожидании знакомства с Симоной. По случаю прибытия нового обитателя в Велесе, конечно, случился небольшой переполох. Безмятежными остаются только лоси. Ну и они наверняка надеются на встречу с львицей. Просто не подают виду. Катерина Правдина, Станислав Субботин, Сергей Коротышкин, Игорь Крюков, НТВ, Ленинградская область.